Ребят, приехали мы дальше. По Лепе ездим. Это памятник, сейчас покажу форт. Развалины военного форта. А там, смотрите, прямо возле моря ветрогенератор стоит. Я почти под ним стою. Это даже страшновато. Вообще конкретное укрепление было. Даже вон граффити есть. Здесь. Да, вот постоянно латыши приезжают, фотографируют. Неплохо, неплохо тут. Тут вообще машинам нельзя заезжать. Такую вот они не пускают сюда машины. Ну вообще тут нормально, тут я тебе могу сказать, Лина. Разрушенные. Как постапокалипсис. Возле моря развалины военных фортов. Тут так задумано или вначале нарисовали, потом он раскололся. Как сердце расколото. Я в шоке. О, море! Интересно бы это все увидеть, как оно раньше выглядело. В собранном виде. Наших много поменяли отсюда. Это туннель был. Да, ангар такой. Ангар такой. Ангар был. Он даже провода остались. Ну, вроде все обсмотрели. Надо бы посмотреть в интернете, что это было до того, как разрушили. Или это советский объект, который при переезде разрушили, или это немецкий все-таки. Там казармы. Немцы даже понаехали. Батарея, наверное, стояла одна, вторая. Это так некрасиво написано. Здесь тоже смотрю, какая-то пушка стояла. Ну, ступеньки очень похожи на Российской империи, все-таки. Потому что у них там вот так вот украшены излишествами. Вот на выезде тоже какие-то казармы разрушены.
что они знали, что тут выйдет. В 1894-м начали строить.